Пацаны! Привет! Это вы первые, да? Ошибок, ты уже на финише, блядь. Заедь аккуратно. Ну! Ну ты по этим... Еще один, блядь. Еще один, блядь. Осталось, блядь, 2 метра, блядь. Сейчас ты выйдешь. Тебя... Ой, еще один, блядь. 2 метра до финиша, блядь, осталось. А вы еще не финишировали. Пацаны, блядь, 2 метра до финиша, шо? Не заедем. Молодец, блядь, практически. Опа. Хуя себе ты прыгаешь. Практически много. Бля, чё он отпускает газ? Хуярил бы. Вообще легонько. Всё холостым ходом практически. Нигде не было ни газа, ничего. Yeah.
дальше ехать. Не на что можно убивать. Ты пока ее снимаешь, блядь, ты не заедешь. Нестись не надо, здесь скорость будет только в том случае, если она будет средней здесь высокая. А вы хотите вот на этом участке, блядь, отвалить газу, как вы напрямую привыкли это делать. Ну не будет здесь так. Бля, ну тут не согласен. Здесь согласись, здесь проще сбоку объехать, чем вот сюда. Ты если чуть отнешибился, не попал. И колесо уперлось передниками, не все. Вот что ты будешь делать? Скорость нужна просто. Нет, там тоже застрять, а, пиздец. Там застрять, там... Там вообще, блядь. Тогда, так мы умеем. Если не схода туда не можете попасть, то тогда остановиться и переставить. А зато бревно туда. Переднее колесо ваше должно сюда приехать. Нет, ты там что-то. Переднее колесо должно приехать сюда. Заднее вот у вас где-то вот здесь окажется. Переднее вы должны сюда поставить. Дальше. Со сцеплением, с таким дрочиловым, именно чтобы мотоцикл качался, вы должны его сюда переставить. Он у вас стоит вот в этой вот части. Вы его сюда подкатите. Давай, раз, попробуй ехать.
Ёб твой. Это ваша эндура, блядь. Все такие, блядь, я тоже ехал, я, блядь, тоже. Кстати, я так как-то примерно так я и проехал. Thank you.
Нет. Я снял. Бля. Это было жестко, бля. Это было даже ближе.